У нас очевидным является то обстоятельство, что скандал раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. И вот кто бы чего ни говорил, я убежден, я просто знаю, что это так и есть. Это значит, что он работает под контролем американских спецслужб. Что они там с ним делают? Какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно? Это просто смешно. Ну и третье, это все изложено в его дневниках. Ну и что? Когда это изложено? Где он написал? Как он все это делал? Никто не знает. Все, больше ничего нет. Моих слов не сказали? Так и есть. Вот, но все равно. Ну а как так получилось, что такой вот субъект оказался во главе нашей антидопинговые структуры? Ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал. Ну, теперь же что об этом говорить? У нас, мы все хорошо знаем, что в России умеют проводить крупные спортивные... Из 12 стадионов, они построены, должны быть в 11 городах, в Москве 2 стадиона будут использованы. В одном месте есть двухмесячное отставание. Но это все поправимо и будет, уверен, все сделано в срок и качественно. Спасибо. Значит, у нас не было еще зарубежных СМИ.